Всем привет! Сегодня у меня такой творческий процесс. Перевалка баклажанов, перцев. Перцы вот уже вымахали, смотрите какие. Хотят больше стаканчиков. Часть я уже пересадила, показывала в коротком видео. Пикировкой рассады. Перевалка рассады. И заодно отвечу на вопросы эстафеты. Так, эстафету я получила от Танюшкины хлопоты канала. Танечка очень активная такая. У нее павлины, птицу разводит, гуси, куры, индейки. Ну, то есть очень интересный канал. Посмотрите, такая позитивная зажигалочка. Человечек, спасибо ей большое. Извини, Танюш, что долго готовилась. Так как работаю и времени катастрофически не хватает, уже апрель, снег тает, хочется уже на дачу, рассада растет. Ну, ладно, не об этом сейчас. Хочу пересадить колюсы, распикировать помидоры, томаты и устому тоже просится уже пикировать. И перевалить перцы с баклажанами, так как они уже из своего грунта переросли. Так, ну, по поводу эстафеты. Первый вопрос. История имени. Меня зовут Александра. Насколько я помню из истории школы, это имя означает защитник людей или защитница людей. Дальше. Дата рождения. Дата рождения. Я родилась 20 декабря 1975 года. По знаку зодиака я стрелец. Как и Танюшка тоже. Вот. Так. Учеба и работа. Ну, училась я в школе, как и все. 10 классов закончила. Дальше поступила в колледж медицинский. По профессии медицинская сестра широкого профиля. Потом закончила институт по профессии экономист. Но работаю я не по специальности. Сейчас на данный момент у меня 2 еще высших образования. Одно в социальной сфере управления персоналом. И еще одно это... техносферная безопасность. Вот. Дальше. Таланты и увлечения. Ну, мое увлечение это, конечно, огород. Огород. То, что связано с растениями. Очень люблю вот это вот земля, черенкование, выращивание, семена. Это вот все мое. Очень это люблю дело. Следующий вопрос. Были ли вы за границей? За границей я не была, вот честно, вот каких-то таких Франция, Англия, там Германия, либо Соединенные Штаты, нет, не была. По нашей стране много ездили, путешествовали, были в ближнем зарубежье, Украина, Белоруссия. Следующий вопрос, какие качества вы цените в людях? Ну, самое важное, наверное, мне кажется, это честность, на мой взгляд, честность людей по отношению... Ну, к окружающим. Не люблю, когда люди врут. Все, если человек мне раз соврал, это уже ненадежный человек, на мой взгляд. Мои страхи. Ну, естественно, я боюсь за свою семью. Это за мужа, дочку. Большой страх – это моя семья. Жаворонок вы или сова? Вопрос. Ну, как смотреть? Если считать по молодости, то была сова. Любила поспать. Да, молодая, очень любила поспать. Раньше 12 не просыпалась. А сейчас, можно сказать, уже жаворонок, потому что встаю рано и много. Семья, работа. Ну, уже жаворонок. Знак зодиака. По знаку зодиака я стрелец. Вот. Знак огня. История из жизни. Ну, какую могу рассказать историю жизни? Историй, конечно, житейских или жизненных было много, но основные такие истории – это, наверное, по поводу диких зверей.
у нас деревня, дача, ну, так называем нашу дачу, это деревня в Калужской области, которую часто посещают дикие звери, кого мы там только не видели. Вот, от лосей и оленей до зайцев, которые бегают, как кошки по огороду. Вот, то есть, ну, такие житейские истории, это встречи с такими какими-то дикими животными. Танюшка мне не сказала, скольким каналам надо передавать эстафету, поэтому передам 5 каналам. Ну, вот хочется мне именно 5 таких каналов, которые самые мои любимые. Это «Мамочка 3D в деревне», Ксения. Интересный канал «Мамочка многодетная». Ксюша имеет 3 мальчишек. Завели, они переехали из города в деревню, завели козочек. Вот сейчас у них родились козлята. И вообще про их жизнь. Очень интересный канал. Кому будет интересно, загляните, посмотрите. Также каналу «Будни Юли». Девушка, живущая в Калининграде, пытается вырастить что-то на балконе. Творческая. Рыбачка. Очень интересный тоже канал. Кому интересно, загляните к ней, посмотрите. Еще один канал. Это «Городская в деревне» Светлана. Такая умничка, так вкусно готовит. А какие у нее козочки. Если вы видели, девчонки, мальчишки, загляните к ней на канал, посмотрите. Одна ее последняя коза Ларисон. Это вообще, я в нее влюбилась, в ее козочек. Тоже сейчас у нее козлятки. Очень вкусно готовит, такая хозяюшка. Так, это у меня получается 3 канал. 4 канал. «Отдача с дачи». Наталья. Интересный канал, ведут они его вдвоем с мужем Павлом. Павел — это, конечно, комик. Такие комментарии просто сногсшибательные. Сколько рост, большой розарий у них. Кому интересно, загляните тоже на них канал, оставлю ссылочки под описанием. Так, это 4 канал. Ну и 5 канал. Понемногу обо всем. Надежда. Очень интересный канал. Это Надежда рассказывает о жизни своей в Германии. Имеет дом, огород. Хозяюшка хорошая. Какие вкусные вещи она готовит. Зайдите, посмотрите обязательно. Если девчонки не обидятся, принимайте вот эстафету. Ну и всем тем, кто захочет поучаствовать в этой эстафете, то же самое. А на этом все. Буду заниматься своей перевалкой растений. Я на все ответила вопросы. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, дизлайк, кому как нравится. И до новых встреч. Пока-пока.